Ну, я так думаю, что люди проявят себя, многие скрытые. Скрытые интересы сразу появятся, неограниченно вылезут все затаившиеся, которые мечтают как можно больше украсть, как можно больше съесть, как можно больше взять в магазинах. Начнется некий коллапс. Я думаю, что самоуправление государством не произойдет. Я уже об этом говорил. Это будет нечто страшное для меня, наверное. Потому что и люди, если это осознают в какой-то момент, поначалу будет спячка. Все будут присматриваться, ждать ситуацию. Как всегда это у нас бывает, там даже что-то происходит. А ты знаешь, что там? Да нет, я пока не буду соваться. То есть будет сначала такое... Ну, сарафан сработает быстро, и через несколько дней будет просто ужас. Это даже представить страшно. Я думаю, что мы настолько не сможем самоуправляться, к сожалению. Мы не сможем этого делать. То есть вылезут все самые грешные элементы. И это в любой стране мира так произойдет. Очень много таких моментов. Я вот этого боюсь. Поэтому не надо оставлять без Москвы, без Питера, без руководства. Это невозможно. Это как ребенок бы проснулся, а папа с мамой умерли. И что делать было? Растерялись бы многие. Многие растеряются, естественно. Вот наглые возьмут верх. Начнется полная анархия, мне кажется.